Вчера состоялся благотворительный марафон «Турция. Единое сердце», который собрал вокруг себя турецких знаменитостей, в том числе к эфиру присоединились наши актеры из сериала «Зимородок». Сумма пожертвований, собранных во время совместного прямого эфира, достигла 115 146 миллионов 528 тысяч турецких лир. Напоминаем, что все собранные средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и будут переведены на счета ЭФЭД и турецкого общества «Красного полумесяца». И во время эфира Джихан Камер, известный турецкий предприниматель и владелец бизнеса украшений, пожертвовал 300 тысяч турецких лир во время того, как Мерт и Афра принимали звонки. И многие турецкие фанаты склоняются, что он является прототипом Ферита в реальной жизни. Вот что известно про его историю и жизнь. В одном из своих интервью примерно 2005 года Джихан говорил о том, что у них очень важно завтракать и ужинать за одним столом. С семьей они жили 28 лет. Чехдем Камер, которая может быть Сиран, родом из Анкары. Маме Джихана девушка понравилась, и она решила привести сына в Анкару, чтобы их познакомить. Целью ранней женитьбы было то, чтобы Джихан стал более ответственным. Чехдем было 18 лет. Джихану 19 лет. Первое знакомство прошло не очень гладко, с сарказмом, так скажем. Они не сходились в мнениях на жизнь. Чехдем никогда не хотела уезжать из Анкары, но когда она переехала в Стамбул, то влюбилась в город и больше никогда не скучала по Анкаре. Свою семью она также привезла в Стамбул. Чехдем принимала большое участие в разработке украшений и бизнесе семьи. Чехдем Камер, которая участвовала во всех процессах бренда с 1996 года, передала свою успешную должность генерального директора своему сыну Атасою Камеру и в настоящее время является членом исполнительного совета Atasai Jewelry с инновационными и активными маркетинговыми идеями. Она внесла значительный вклад в разработку продуктов и процессы проектирования, стала свидетелем пути любви Atasai и сыграла важную роль в достижении положения бренда, которым больше всего сейчас восхищаются в этом секторе. Как и наша Сиран, которая вместе с Феритом создали украшения. И нам показывают, как наша Сиран обладает талантом к рисованию. На данный момент у пары двое взрослых детей – мальчик и девочка. В те времена клиника психиатра Гульсерин, основатель сценария «Зимородка», была в Анкаре. Джихан получил образование в Америке, умеет играть на гитаре. Их семья дружит с президентом Турции. Камер является владельцем множества ресторанов, среди них ресторан «Хака» в Дубае. А также он владелец магазина ювелирных изделий «Atasai». И, конечно, весь этот бизнес достался ему от своего отца, Атасая Камера. Он является основателем ювелирного дома «Atasai», основанного в 1989 году. Он был генеральным директором ювелирной компании «Atasai», а также президентом Стамбульской ассоциации экспортеров драгоценных металлов и ювелирных изделий. Как вы думаете, может ли семья Камер являться прототипом наших Сейран и Ферита, ведь подозрительно много совпадений? Пишите в комментариях.